Смотри, вот это вот, знакомься, это Кизай. Киза. Кизай? Кизай? Кизари, я понял. Это Кизайка. Всё. Да. Как? Кизай. А поаккуратнее Кизайка ее называть в присутствии... Так, Кизари, мы тут это... Ты, конечно, очень красивый, очень милый хип-хип, но... ты вот... Молодец, но ты там ручонки свои не... А тебе сколько лет, подаван? Мне 19. Ты погоди, а ты узнаёшь, что Крейд скинул тебе? Вот этот руспак, это письморичу у него в руках. Письморичу у меня в руках. Ты понимаешь, Ищала что это? Какой. Ты понимаешь, что это такое? А дай потаскать, дай. Не-не-не, ты понимаешь, что нужно быть достойным, чтобы... Да это... дай! Нет, это так не работает. Понимаешь? Фиолетовый. Ты скажи ему подробнее, как получить этот меч. У тебя красный должен быть херейт, а не фиолетовый. Нет. Я магистр! Ты сик прирожденный. Нет! Тихо. Понимаешь? Я магистр, понимаешь? А как получить? Нужно показать, что ты достоин, чтобы гиперкристалл... А как мне показать, что я достоин? Ну, пошли за мной. А им нельзя. А чё, так поэтому они ничего не строят? Ну да. Они вообще играют? Да. Ну, вроде как. Ты меня чуть не толкнул! Вот так вот! Ты неадекватный, скажи, пожалуйста, там все вещи перемешались. Мои хрейдовские. Троих одним ударом, трех зайцев одним быстрым. Там бесплатные вещи лежат? Не трогайте там ничего. Нет, пожалуйста, у меня такая броня шикарная. Прошу прощения, я не хотел. Хотел ты всё! Я тут планировал. Ой, здесь лучше не стоит. Это покушение, да, было. Вот ты что, это теперь моё? Ну, разбирайтесь теперь. Ну хорошо, трех зайцев одним выстрелом. Так, правила ордена джедаев. Да тихо, не считай без меня пока что. Ты... Хорошо, а что за джедай, я не понимаю. Ты джедаем стал? Сейчас я поднимусь, тебе все расскажу, если ты меня не скинул! Да я случайно, Ты случайно достал меч и спихнул меня. Где мой световой меч сейчас? У кого мой световой меч? У меня, я дам тебе сейчас. А пистолет мой? И пистолет твоего у меня нет. А можно спросить? У меня твоя балаклава. Вот, пистолет твой. Поинтересно. А остальная броня у меня еще. О, спасибо. Ты что ты бьешься? Да потому что я тебе нагрудник свой выкинул, чтобы ты его не подняла. А у меня все вещи зачарованные были. Где? А, нет, кто меч мой. Какие нафиг? Ядричка-лаки! Я тебя поздравляю. С этой минуты ты в бане. Нет! Так, больше ты не играешь, больше ты не в команде. Да я правда, я не хотела. Блин, хорошо. Хотела. Ну все, помянем. Все. Ну не хотела. Прости, пожалуйста. Я не обижаюсь. Я не обижаюсь, ну все. А почему эта акция на тебя не работает? Все, давай, Гречка, всего хорошего тебе. Да не, пожалуйста, ну я не правда, я не специально. Ну все, ну в смысле не специально, а что ты делал, как это не специально? Я именно в облако хотела. А, ну все, получается все. Офигенно. Из полного инвентаря вещей у меня 6 предметов. Забирай, не кричи. Давай, всё отдавай. Все, Гречка больше не в команде, можете с ней попрощаться. Ну куда, пожалуйста. Пожалуйста, в карман не положишь. Все, больше не в команде. Такое я не допускаю. А почему нас давай. Можно бить? Кого? Почему нас можно бивать, а тебя нет? Ответь на свой же вопрос. Пожалуйста. Ну ответь на свой же вопрос, почему? Сейчас, секундочку, ребят. Амонг! Где Амонг? Ярик, прости, пожалуйста. Что, Ярик тоже сдох? Я воду убрала, когда он пил. У него все вещи еще, короче, с водой смыло. Куда? Ну иди за вещами. Нет! Что вот этот вот делает? Кто это? Вот это, кто это? Я такой? Не знаю, кто это. А что он за нами ходит постоянно? Не знаю. Еще раз я его вижу, забыл. Знакомься, это мой подаван.
А это по-моему, он из этого, из деревни этих, как его, из мураев. Дайте палка стрелять. Я отдал вам 1-2 с палка, которая... Вот эта палка? Не-не-не-не, которая сама палка. Бесконечность, не предел. Вот эта палка? Да, моя. Кизави, стой! Так что происходит? Что происходит? Зачем я сюда? Только что ты увидел, как мой ученик, мой подаван, ушел от нас. Ну... Он ну. Только что выпрыгнул. Вон она бежит, вон она. Ну блин. Ну блин, а где? А где 20 ура? Где мои 20 ура? Ай, нет, 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 где мои 20 уровней, Гречка? Где 20 уровней мои? Я не знаю. Кто-то подобрал. Где мои 9 уровней, слышь? Стоит. Где мои 20 уровней? Где мои 20 уровней? Где мой? Меня спрашиваешь? Только не трогай моего ученика, пожалуйста. Да, Кизари не надо, она хорошая. Так в смысле, так она же это, она же гиб-гиб, не? Уж какой у тебя тут вид открывается! Налево посмотришь вот это, Биг Бен! Направо посмотришь Эйва! Ты ну же понимаешь, что всё. это не... Да ты заклюшь, или так, нет, алё! Да-да-да-да, слушай. Всё, сядь этот... Так я как эти сяду? На пол сядь, на шею, так, сел! Всё, сел. Всё, сиди, молодец. Смотри, вот это вот, знакомься, это Кизай. Киза. Кизай? Кизай? Кизари, я понял. Это Кизайка. Все. Да. Как? Кизай. А поаккуратнее Кизайка ее называть в присутствии... Другой зайки. Другой зайки. Как давно у зайка это... Жагарус тут. Давай. У меня этот... Короче, смотри, это мой ученик. Это мой подаван. Все, джедаи, дайте я пойду пописаю, я приду сразу же. Так, Кизари, мы тут это... Ты, конечно, очень... Красиво, очень милый хип-хип, но ты вот... Ой. Она не в моем вкусе. Вопрос она не имею. Она просто ученик. Ну, как тебе сказать? Ну, ты же молодой учитель, да? Она тоже вроде молодая, поэтому... Короче, да. Она хип-хип. Мой подаван меня очень сильно радует, поэтому... Кто-то не отдал мне мой зачарованный револьвер, прости, пожалуйста. Ну ладно, наверное, ты опять. Да нет! Ну-ну-ну. Ну вот, поэтому я считаю то, что она достойна этого, она первый джедай в моем ордене после меня, который получает свой световой меч. Блин, сфигали, она еще ничего не сделала. Она очень многое сделала, и она очень многому научилась, и ты не можешь об этом знать. Так ты 30 минут назад говорил то, что... Эдуард, отдай, я случайно выбросил рогатку. Да. Да! Ты 30 минут назад говорил то, что она еще ничего не сделала. Ну, а теперь сделала, понимаешь? Что? Что за это время она сделала? Она за 30 минут научилась силе, понимаешь? Да, ну. Смотри, я покажу. Пойдем. Продемонстрируй. Подаван, взят, покажи. Вот реально Доми пишет, взятку просто тебе дали, вот и все. Подаван, ты можешь так? По воде умеет ходить? Ну, пока не могу, но научусь. Ну вот, она уже может. Я считаю, что он достойна этого светового меча. Слушай, можно я к твоему юному подавану обращусь, пожалуйста? Слушай, ты, конечно, как бы, ну, подаван подаваном, ты как бы молодец, но ты там ручонки свои не распускай на вот этого своего мастера, пожалуйста, потому что, ну, как бы, ну, лишнего не позволяй себе, так сказать. Нет, этого не надо. Он меня, не, скажу так, он меня младше, поэтому нет, не-не-не. А тебе сколько лет, подаван? Мне 19. Да нормально, мне 18 сколько. Да нормально. Ну не в смысле, в другом смысле, в смысле... Чё младше? Чё младше? Подаван. Да, ты подаван, ты мне всего лишь подаван, всё. Это самое, да. Вот. Без проблем. О, какой меч, да. На следующем стриме ты готов будешь попробовать себя в... Я готов буду себя попробовать. В учении джедаев. И возможно, тебя попробовать буду готов, и всех буду попробовать готов. Возможно, ты получишь свой меч. Красный. Зелёный, возможно, красный! Зелёный. Нет. Да, я хочу быть тогда красным. Тебе надо... Дай палку. Красного джедая нету. Ваня, ну, а я хочу быть... А может я тогда не джедай, я хочу быть сильным. Держи световой меч. Световой меч держи. Что? Я надеюсь, ты пошутил. Я пошутил. У меня есть для тебя световой меч, держи. Зелененький. Он без гиперкристалла просто пока что. Какой? Зеленый световой меч. Это основание. Да, вот это рукоятка. У нее два вообще, нифига себе.
у этого два. Так этот вообще вот этот... Ничего делать не может. Ты там ручонки свои не распускай на вот этого своего мастера, пожалуйста. Ты там ручонки свои не распускай на вот этого своего мастера, пожалуйста. Ты там ручонки свои не распускай на вот этого своего мастера, пожалуйста. Ты там ручонки свои не распускай на вот этого своего мастера, пожалуйста. Ты там ручонки свои не распускай на вот этого своего мастера, пожалуйста. Ты там ручонки свои не распускай на вот этого своего мастера, пожалуйста.